даже бухнуть нельзя на свою днюху. Это самое вкусное, что я пила из последнего. Редбульчик. Кстати, вы заметили мой праздничный мейкап с блесточками? Как хорошо, что Кинти здесь со мной. Моя Джессика 2, любимая. Хоть кто-то меня не оставил в этом месте. У нее не было выбора. Как и у меня. Вот кошечка никогда не против шеи снимаю. Жопка моя любимая. А мы с Китти получаем балдёж. Китти, не хочешь на улице пить воду? Ну, пойдем погуляем. Смотри, что охотница только что делала твоя. Мышу поймала. Мышу поймала? Уже третью за утро. Да ладно, третью? Да, вон, молодец. Что Китя принесла? Какая Китя молодец. Добытчица. Первая еда здесь за неделю, наверное. Диди, а в психдиспансере я еще не отмечала днюху. 28, тебе будет 29. Тома тоже 90-го года. Все так, я не понимаю. Почему? Я не могу быть нормальной. Почему меня не воспитали? Я не могу с этим жить. Я не вижу никакого другого решения. Я пробовала разное. Хочу выйти поскорее и умереть. Скорее, пожалуйста. Или что ждать? Антидепрессанты начнут помогать. Они мне не помогут. Страшно. Могло. Пропала из моей жизни. Я не могу больше терпеть эту боль. И не хочу. И не буду. Годик, говорит Годик, уже лучше у нас Годик. Какой, блядь, нахуй я еще год это буду терпеть? Вы все ебанулись, что ли, в этом мире? Не обижайтесь, мама и папа, но... Я с этим не справлюсь. У вас просто не было, вы не знаете, как это страшно. Переживать такие контрасты невозможно просто. Кризис миновал. Я выкупаю, что как бы я подлечусь и ничего не изменится.
буду продолжать делать то, что делала, короче. Короче, блядь, выпьем. А! У меня сегодня днюха, кстати. Честно говоря, ненавижу такую жизнь. Просто ненавижу жить без тебя. То есть, получается, завтра будет 14-й день на антидепрессантах. С завтрашнего дня я должна стать счастливой. То есть они типа должны работать через 2 недели. Да? Аноним. Аноним. Пиши. Завещаю. Нет, это явка с повинной. Я так подумала, что мне вообще здесь нечего делать. Одна здесь постоянно. Ого, боже, я тебя даже не узнала, если честно. Дуй, загадывай желание, дуй скорее. Такой хороший. Класс, поздравляю. Спасибо, очень приятно. Открыточка. Вау, ты сам сделал? Там есть... Ты типа в моих плавках стоишь. Да, да. Не только, смотри, самый главный прикол — это волшебные открытки. Воин просто. Нечто. Mm-hmm.